Несколько точек активности везде необходимо выполнить задания. Их 6. Любители активного отдыха сосредоточены и нацелены на победу. В день рождения фитнес-клуба ZFIT в санатории Заполярье можно выиграть клубные карты. Участниками фитнес-квеста стали не только постоянные посетители фитнес-клуба и новые гости, которые были здесь в первый раз. Я занимаюсь с апреля этого года. Я очень счастлива, потому что, во-первых, здесь шикарное оборудование, классные тренеры. Бассейн большой, несколько саун, то есть это полноценный отдых, полноценное занятие спортом, прекрасная форма после всех этих занятий, как вы можете увидеть. Я чувствую себя великолепно, и более того, я поправила свое здоровье. Те, кто пришли впервые, решили оценить возможности спортивных залов и, возможно, приобрести клубную карту. Очень нравится, хороший фитнес-клуб. Сейчас еще бассейн опробуем, будет еще лучше. Тренажерные залы, залы групповых программ, силовых тренировок, оборудованные суперсовременными продуктами фитнес-индустрии от Hammer и Life Fitness, термальный комплекс, 4 бассейна. В день здесь занимается до 1000 человек. Это и гости санатория Заполярье и сочинцы. Планы идти вперед. Мы сейчас работаем над тем, как еще больше увеличить наши фитнес-площади. Хотим создать дополнительную площадку на кровле фитнес-клуба, площадку воркаут. Еще одна идея, которая вполне осуществима – сделать интерактивный зал групповых занятий. Это мировая новинка. Осталось дождаться нового оборудования. ZFIT – это один из лучших клубов России, не только в Сочи. Он очень большой, 10 тысяч квадратных метров. Здесь и все зоны, и руководство, хозяева клубов хотят, чтобы все самое хорошее, все самое современное было в Сочи, у сочинцев. Мы помогаем в развитии. Везде атмосфера спорта. Пока родители занимаются, праздник для детей проводят сказочные персонажи. Впереди Новый год, и отличным новогодним подарком может стать клубная карта ZFIT для восстановления иммунитета, бодрости и энергии. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.